Кирилл, ожидали, что вас заберут? Не ожидал, я приехал сам дальше сказать. А у вас семья тут под глазом? Нет, это не выспался. Я поделал. Ну, у вас под одним глазом снег. У вас под одним глазом снег. Я не выспался. Вам предъявлено обвинение уже какое? Точно пока формировка не могу сейчас ничего сказать. Для меня это самая неожиданность. А вы деньги вкладчикам собираетесь возвращать? У нас вкладчиков не было никогда. А те партнеры пользуются системой. Я выставил систему возврата. Кто-то уже получил? Кто-то уже получил? Да, конечно, еще более 1500 человек. А какой объем общий возврата? Возврата примерно по 30-32 тысячи USDT. А общая? День. А общий он накапливается, зависит от проверки сайта. Доступа к сайту у меня сейчас нет. Есть только к общим базам данных. Вы сейчас чего ожидаете, что будет происходить? На что рассчитываете бежать такое? Я рассчитываю на то, что, ну, как мне, мне объяснят предмет претензии, конкретно ко мне, да? Были где-то, у кого-то, непонятно у кого, свои денежные средства на цифровую валюту биткоин. Передавался в управление. Вот и все. Поэтому я считаю, что данных ходатайств не мотивировано, поскольку и возбуждение дела, и указанное постановление о получении, конечно, обвиняемого или ходатайства, речь о хищении денежных средств, именно денежных средств, идти не может.